Всем привет, вы на канале Лего Гараж и с вами Егор. Для тех, кто в первый раз, напоминаю, что это канал об автомобилях и прочей технике, преимущественно из Лего Техник. Здесь у нас и обзор самоделок, и какие-то лайфхаки, тесты, сравнения и, конечно же, обзоры стандартных наборов. Также на канале есть отчеты с различных Лего мероприятий, проходящих в нашей стране. Год подошел к концу, и, на мой взгляд, это был удачный год с точки зрения новых Лего Техник наборов. По крайней мере, для меня, мне очень понравилось, что было очень много машин, и брендовых машин, таких как Mack, и Porsche, и Bugatti, и даже Corvette, вот, пожалуйста. Своя прелесть у данного набора есть. Но обзоры будут позже, так как личные семейные дела не позволили мне сделать обзоры всех этих моделей, поэтому я начну выкладывать их в январе. Многие из вас заметили, что в России Porsche еще не появился в продаже. По непроверенной информации, этот набор первое время будет доступен только в магазинах сети Мир Кубиков и, как называется, сеть сертифицированных магазинов Лего. Но не исключено, что в других сетях он все равно появится в ближайшее время. В этом году у меня было, кроме выпуска редких моделей, ряд интересных и важных событий для меня. Первое, это, конечно же, поездка, вторая моя поездка в Билунд, Данию, в штаб-квартиру Лего на презентацию моделей Бугатти, просто встречу амбассадоров Лего. Второе важное событие, это отметка 40 тысяч на нашем канале. Это, конечно, все благодаря вам, потому как этот контент растет благодаря тому, что вы активно участвуете в комментировании, лайки. В любом случае, я благодарен вам за то, что вы есть у меня, за то, что вы смотрите и активно участвуете в жизни канала. И канал будет развиваться до тех пор, пока этот контент будет востребован, даже несмотря на мои седые волосы на висках. Что, сын, напрягся? Я становлюсь дедушкой. Ну и третье событие, которое начало свершаться, но еще не свершилось до конца, это моя новая Лего-студия, которая сейчас ремонтируется, и я думаю, что я перееду в нее, наверное, где-то в январе. И до того, как я перееду в новую Лего-студию, я обязательно покажу вам обзор вот этой текущей студии. Здесь на самом деле сейчас большой бардак, и чтобы снять это видео, мне пришлось разгрести кучу коробок и передвинуть в другие места, даже вынести часть на балкон, чтобы здесь было чисто. В общем, студия почти готова, там уже сейчас положили ламинат, плитку сделали, осталось там потолок сделать, повесить кое-какие световые конструкции для того, чтобы вешать удобно было освещение для съемок. Ну и завозить туда уже мебель и перевозить весь тот хлам, если это можно назвать хламом. В моих планах студия — это то место, где я буду собирать Лего, я не буду больше собирать его дома, я буду собирать его там, и там у меня будет настроено уже оборудование для съемки видео, я надеюсь, что я буду чаще выпускать видео, если мне позволит свободное время, возможно, даже на какую-то обучающую тематику, пока не решил, как это. Кстати, кроме того, что в магазинах появились уже новые наборы, причем цены достаточно сейчас хорошие, несмотря на праздничное время, также появилась в продаже в России вот такая вот книга, называется «Удивительный Лего Техник». На первый взгляд книга показаться может вам новой, ранее невиданной, однако это на самом деле русская переведенная копия вот этой книги, которая, где Сарриэл собрал лучшие модели Лего Техник, на его взгляд. Это было уже, наверное, года два назад, и вот наконец-то в России выпустили адаптированную версию. Здесь жесткая обложка, которая у меня, к сожалению, уже пострадала. Вот, и здесь вот такие вот полноценные картинки. Не без косяков, конечно, но если нужно будет обзор, мы сделаем его позже. Это хорошая книга, советую, продается она сейчас на Озоне. Я думаю, не только на Озоне. Это не реклама, Озон я не платил, но я купил ее именно там. И цена ее составляет порядка тысячи с чем-то рублей. Планами на следующий год делиться не хочу, кроме того, что мне нужно переехать. Я, естественно, потом соберусь мыслями. Вы спрашиваете все время и про инструкции, Hilux этот, который уже Hilux, Hilux, уже целый год он тянется. Да, я знаю, ребята, инструкция будет, она готова, но мне катастрофически не хватает времени уже сесть, доделать, поставить окончательно все стрелочки, проверить каждый шаг, может быть, что-то оптимизировать и выложить инструкцию. Это моя особенность, я не люблю выпускать какие-то полусырые вещи, я все время думаю, что может что-то еще чуть улучшить, а может здесь, а может там. И вот таким образом у меня модели выходят раз в 3 года, может быть. Ну, на этом все, ребята, с Новым годом вас, желаю вам крепкого здоровья в новом году, успехов на работе, в учебе. Обязательно находите время отвлекаться на какое-то хобби, не обязательно на такое, но тем не менее, пусть у вас будет время для любимого дела. И, конечно же, всегда пусть будет время на семью, на близких, на родных. Будьте позитивными, пусть удача сопутствует вам в новом году. Спасибо, что вы есть. С Новым годом вас и Рождеством. Пока. Кто носил эту бороду? Почему она красная? Помада, что ли? Произношение. Тренирую произношение. Пальцы в рот.